Приготовились и начали. Андрюша, что случилось? Давай на кухню. Слушай, давай только очень быстро. Пора не задам никаких вопросов. Должна сделать ради меня одно важное дело. Слушай, только слушай очень внимательно. Значит так, сегодня идешь на работу, пробираешься в архив, только сделать неофициально, ну, понимаешь. Понимаю, да. Ладно, все сделали. В архиве найдешь одно дело, возьмешь его, отпросишься с работы, принесешь сюда и сожжешь. Понятно? Понятно. Конечно, да. А что это за дело? И переходим на следующую сцену без остановки. Я сделала все, как он просил. Больше никаких объяснений он мне не дал. Я не успела сделать ему перевязку, как он убежал. А что там? Вышло так, что я съездила, забрала эти бумаги, взяла такси, приехала домой и сожгла это ОРД. А что за дело это было? Не знаю, Андрей ничего не сказал, я пролистать не успела. Он мне дал только номер. Вот он. Стоп. Давайте еще раз.